посмотрел ролик Бэгги с Дубаев. Это... Йоу, всем привет. Специально для канала «Теннис без названия». Его резидент Бэгги Деятель Надин. Он же Богдан Дубров. Денечек в Дубае проведем на теннисных кортах. После 4 недель безудержного веселья в Анталии, которое, естественно, не было, наконец-то я поеду в нормальное место, где нету ни теней, ни деревьев вокруг корта, где просто есть корт и все, и где никто не бесит. Никаких супервайзеров нету. Просто кайф. Все, скоро в Дубае. Буду там, на месте. Отпишусь. Мама, я в Дубае. Я в Дубае, мама. Завтра не играю, пришел имейл. Ура. Почему, когда прилетел, надо ехать еще на поезде? Ну как же так? Ну как же так? Вообще не сбавил Катич. А как так выходит, что он не тренируется? Набирает. Не, он тренируется. Он говорит, начнет бить от одного игрока. Тут у вас уже живет полгода, а он тренирует одного игрока. Местного? Нет. А еще какой-то в Сербии тип? У него клуб свой. И он там типа как главный тренер, но он больше не играет. Так ты говоришь, он здесь живет, тренирует? Да, но он типа по видеосвязи, где я контролирую. По видеосвязи? Да, он просто стал по видеосвязи. Он говорит, I have camera, 20 courts, типа, I check every day. Вот это нормально, тренировки онлайн. Все записывать. Потом он мне сказал, типа, эти пацаны, они по турнирам потом, когда ездят, они выигрывают все. С GoPro, да, вообще. Нормально, нормальная тема. Вот так вот выглядит. Маленький клубик. Ну, типа на отеле. Будка отельная. Доброе утро. Играем. Ваня Денисов, здравствуй. Мой соперник на сегодня. Цап. Судьи. Маленькая будка, супервайзер. Никаких супервайзеров нету. Hello, супервайзер. Короче, ребята, идем на завтрак. Я в отеле Атлантис. Пальма для персонала. Пробираемся. Бега уже тут как свой, с ним все здороваются. Ваня Денисов идет все поскромнее, конечно. Здесь наклоны. Ну да. Но мы не можем либо сдать. Почему? Ну кто-то же говорил, что можно сдать. Да, можно, типа, если вопрос хоть персонал, то реально здесь работает. Но мне вот так телочка рассказывала. А тут есть Tinder персонал? Тут надо show talent, понимаешь, там сразу поговорить. Они там все шьют. Вот если ты порвал свою футболку, тебя танец не выдаст на футболку. Они будут всеми силами зашивать эту футболку. Тебя этот гребаный дыркам не поставит. Входим в святая святых, столовка, отель для Атлантиса, ну и для нас получается. Роспись для игроков. Тетя немножко недовольна, наверное, уже давно стоит. Так она выглядит. Ну, кстати, довольно неплохо. Ну и кормят сносно. А как еда, нравится? Еда большой выбор, ну, по крайней мере, для меня большой. Там вот омлет тут, там салаты, и там всякая вытяжка обычно. Say hi for Леня. Hi. Там вытяжка всякая, обед вот тут. Вот здесь всякие салаты тоже, сэндвичи. Здесь кофе типа. Но сносно, нет, для столовки? Не, обалденно. Соточка играет. Бывшая. Бывшая на соточка. А это бывшая на легенду. Фабиана против Катича. Че? План посильнее блогер, чем типа. Блять, ну первый раз, ну можно же поблажки давать? Подушить-то надо немножко. Ну тут душнило. Богдан, как проходит ваше восстановление после такого тяжелого матча? Очень сложно, вот сейчас работа над ошибками. Ты не коснулся. Он мышцы тебе кинул, давай бей. Грязная игра, очень грязная. Очень грязная. Потом повторе посмотрим. Мне вообще вот сюда надо бить, что мне сделать? Грязная игра, это на слайс 6-й. 6-й или 16-й? 6-й. И еще и выбил нахрен, теперь вот что хочешь делать. Батя тут. Надо...
сейчас подождите. С вами Беги 911. Специально для канала ТПН. Перед нами Иван О'Нил. А также Бекхан Лебронов. Исполняют. Ну давайте, покажите, делай красиво. Ты знаешь, что такое баскетбол? Нет. День подошел к концу. Ваня меня загонял, а я загонял его. Как-то так мы тут развлекаемся, что-то пытаемся делать. Отель, конечно, симпатичный. Симпатичный, ничего не сказать. Все, сейчас идем к автобусу, и завтра будет то же самое, как и обычно. Бека, а ты не знаешь, что тут джим есть? Я не знаю. А как так? Я к нему не хожу просто. Я ходил только исключительно на Дали в академии, потому что там был кондер на 18. Как мне нравится. И ты лежишь в этом джиме, у меня резко появляется желание позаниматься. Но у меня оно проснулось лишь однажды. Я там что-то лежал, мне холодно стало, я решил по дорожке побегать, потому что кондёр реально сильно очень сильно пошел. Мне пришлось позаниматься, чтобы согреться. А так, я не знаю, нам тут объяснили, что надо типа через какое-то приложение, которого нет в русском App Store, а у меня есть только русский App Store, и я не могу себе как-то зарегистрировать проход в зал. Короче, всеми усилиями сделали так, чтобы я не дошел до туда. А там наверняка не такой хороший кондёр. Ну я не... Нет, там наверняка не хороший, но я не сильно унываю. Нет, даже понятия нет. Спортивный зал не место. Согласен. Пока румейт ушел, можно сделать рум-тур быстренький. Ну, поселили нас довольно-таки в так себе Ибис. Вот мы почти как шведская семья живем. Вот моя любимая плойка. Всегда ее вожу с собой. Пару раздолбанных джойстиков. Короче, что, просто сумки раскидали. И все, и номер занят. Вон там вот легкая стирка. Потому что вещей до сих пор нет, как подписчики знают из телеграм-канала. Живем обычно. В Атлантисе мы просто кайфуем, но спим обычно. Ну вот душ, душевая могла была быть поприятнее. Вот туда не смотрите, там все плохо. В принципе, все. Почему все боятся ретроградного Меркурия? Three days later. Emotional damage. A few minutes later. This is Sparta! A few inches later. Twelve seconds later.
5:28 a.m. Вон там французик французского происхождения. UCR. Атлантис, жалко, не тут живем. Но мы где-то вот там кушаем в подвале внизу. Тру-дум. Чё по матчу скажешь? А? Чё по матчу скажешь? Вот страшно. Насколько страшный? Страшнее, чем Ваня Денис? Страшно, как моя жизнь. Это грязная, а? Сколько там попроб. Сегодня понял, ты понимаешь, что мне сегодня перед ТБНом не то что опустил. Я думаю, что весь ТБН-чат считает, что я, блядь, не человек, нахуй. Я инвалид. Но я вчера 4,5 часа, блядь, с теннисным инструктором бегал, а беги сегодня его 1-0 выиграл. Сейчас еще теннисный инструктор завтра снимется. Я могу себе просто пулю в висок, блядь, скинуть. Если он снимется, инструктор снимет, на нем очень серое. Ну не то, что серое. Это даже мышью не назвать. Да. Это просто это грис-ротон какой-то, как бы сказал Леонид. Так, чуваки, это мистер Робертс. И наши подписчики спрашивают, кто этот чувак? Кто этот 40-летний чувак, который всегда бегает быстрее, больше молодых? Кто же ты, блядь, такой? Я сам с AK. Здесь тренирую и живу. И решил сыграть турнир. Получается, ты здесь просто живешь и тренируешь, и решил сыграть турнирчик? Да, я тут живу, играю, и решил, тренирую, и решил сыграть. Когда ты играл в профессиональный спорт? Профессиональный теннис? Играл. Я 740 седьмой когда-то. Это неплохо. Окей, получается, сейчас тебе где-то 40 лет. Да, 40. Да, хорошо. И второй вопрос. Как тебе нравится турнир? И особенно рефери. Плохой турнир. Да, рефери, конечно, цирк. Такие наголоколы делают просто. Пару метров аут, и они продолжают смотреть на тебя, как на дурака. Что ты думаешь, если бы 15 лет назад были, когда ты играл в фьючерсы, были бы параллельно такие же турниры UTR? Думаешь, все бы игроки перешли на UTR? О, несомненно. Это хорошая идея. Раньше такого не было. Несколько то турниров, получается, только будем более везучие в это время. Да, конечно. Все же опирается деньги. Жил дорого путешествовать, а из-за этого появилась альтернатива. Все хорошо. Спасибо большое. Мы тебе говорим большое спасибо за интервью и удачи. Увидимся. Да, не переживай. Давай, увидимся, где-то, чувак. Слышишь, Бека, у меня спросили, не хочу ли я завтра размяться. Я говорю, sorry, I go with Beckham. А написалось, I go with Beckham. Так что ты... Тот я самый. Я сегодня за Дэвида, да? Давидка. Чё, короче, мы в Атлантисе. Идём заслуженный отдых после матчей. Вон Донних выбивает пивка. Разве? Я не знаю, что он делает. Нет, пивко у нас. Ну, Донних, у него по-любому пивко. Чё скажешь по своему матчу? Короче, летел 1-6-0-2. Уже говорил судье, не волнуйся, ещё 10-15 минут максимум. И типа оба уйдём. Тень, типа, влажность, я понимаю. Бац, тип дает 3-2 в ряд. И дает мне шанс вернуться. Я сажусь на скамейку и понимаю, ну блин, ну давай хотя бы сет зацепи, иначе со второго точно не выйдешь. Что-то зацепило у него сет 6-3. Потно вытащил гейм на своей в третьем сете на своей подаче, первый гейм. Судья помог немного. Ну и дальше 6-0, все. Красиво, красиво. Иван! Что скажете по сопернику сегодня? А, знаешь, что судья сказал? Короче, ты что-то орал, и этот жирный судья, он говорит, man, shut up, this guy screams all the time, вот так сказал. Изнутри вот этот толстый, я не знаю, как его зовут. Хэнни, да? Хэнни. Вот, он сказал. Хэнни, it's not funny. Он
говорит, shut up, блин, просто. Он уже задолбался твоих криков. Да мне вообще все равно. Нет, не от тебя, от Богдана. От беги, да? Да. Так это, что по сопернику скажешь? Беги, у нас 18+ программа. Каков он? Беги красавец, конечно, затараканил меня так, что я чуть просто не душу не оставил на корте. Ну, я оставил, как бы, я еще и отлился. Как бы, на самом деле, чуть минусовый денечек. Ну, ладно, нормально. Беги красавец. Смотри, на пляжик идем. Запилил меня. Кайфовать. В нужный момент убил просто. Сейчас пивом замнешься и все по-другому. Да, что ты скажешь. Придется только так. Что, мы подходим к пляжику. Пока мило побеседовали. А вот люди все сюда хотят ехать, отдыхать, говорят, тут круто. Опа. А мы уже тут, а мы их опередили. Дыхан, ну что, тут кайфово, нет, а на пляже? Что слышно? Мы дальше идем, мы туда, к этому идем? Ну ладно, ну вообще вот здесь вот уже можно, типа, тусить. Мы на пальме, ребят, бля. Вот таксист, бля. Здорово. Редкий, но суровый вид теннисиста, который приспособился ко всем условиям. И он готов в любое время проснуться и навалять кому-то. Вот так вот готовятся профессионалы к следующему матчу. Эй, лови аптечку! Я шел от отеля 30 минут до Mall of Emirates. По факту, прогулка в Люберцах будет не хуже вообще. Единственное, что реально прикольно, это что у них Новый год, почти круглый год. Немножко запрещеночки. Ну, то есть у них реально в торговом центре вот Новый год, ты можешь кататься. Блин, плохо видно. Но вот там, типа, ну, склон. Вот это реально круто. Вот это удивляет. А так, шляпа. Если у тебя нету победы на UTR каждый день, то прикола в Дубае вообще никакого. Ну, типа, я вот прохожу мимо сейчас Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Но мне еще раз 7 нужно выплюнуть почку против Вани Денисова, и тогда я, возможно, подумаю о покупке какой-то вещи. Ну, а так, все. Понты. Смотрите, смотрите. Я доплыву. Игроки уровня фьючерса, квалификанты. Вот там маленькие, это предквал, а вот эти большие уже уверенные квалификанты. Основы пока тут еще не появилось. Фильм, кстати, неплохой получился. Концовка вообще топ. Единственное, что я обожрался попкорном. Запил это все холодной газировкой. И в-третьих, время час ночи, у меня матч в 9, осталось 8 часов, я готов. Богдан скажет пару слов о матче. Какая грация? 1-1 ведет. Какая грация, говорю? Вот теперь правильно. Лев, тигр. Лови. Рож. Вот столб. Притворился столбом. Эй, какому бату отсасываю? Я не могу. Просто какому бату, а? Умри, но не отдайся. Я умерли. Умри, но не отдайся. Блять, только не... Нормально,
Ладно, сядем, ладно. Ничего слишком серьезно. Тебе открыто? Давай. Не, я лучше сам открою. Вот, да, меня сними. Альтернативный вариант будет. Такая слабость, смотрите, как это все слабо происходит. Вот. Взял аккуратненько, самый безопасный способ. Два проверочных и третий рабочий. Слабак. Ну ладно, cheers. Пацаны, какое впечатление от прогулки? Неплохое, неплохое. Мы чуть заблудились перед тем, как зайти. Немножко, я бы сказал. Минут 40, наверное, точно. Час 40 где-то. Не, ну единственный лифт, конечно, меня до Бурдж-Халифа впечатлил еще. Это the top. Это the top of the world, так сказать. Бекон, ну что скажешь, не зря приехали в Дубаи? Ну, ну а что вам сказать, здесь кроме вот этой пизанской нету ничего больше. Фонтаны, но они беспонтовые. Это пизанская, пацаны, еще. Повсюду какой-то имар, я не знаю, что это такое. Да это брат Эдгара, я тебя бля буду. Потом, ну реально, имар тут, там, здесь. Тут, я, короче, я не знаю. Здесь, нечего тут, смотреть, там, если тут. Не приезжайте сюда. На Юте не приезжайте, вообще дай никогда. Там деньги лутать. Да. А что, фонтан слабый, да, говоришь? Его нет. Что-то мы стоим 5 минут, уже его не нет, наблюдаем. Уже скучно. Может, расписание надо посмотреть? Я думаю, он расписание фонтану? 12 должен быть. У меня тогда играет завтра первым. Ну и мне тоже. Поэтому, я не знаю, может, поэтому поедем отсюда. Финалист. Я его разорвал. Короче, вчера тусили, ну как тусили, чуть-чуть отдыхали. Заказали халявное пиво для по меркам Дубаев. А ты что, как делал? Отдыхал, нет? Отдыхал. Как? Плохо, морально устал. Да? Почему? Ну, пивка хоть дал одного? Не дал. Почему? Не хотел. Ну как не хотел? Ну, одно-то надо замяться. Вода. Да невкусная, да? Ты ее своди, ты ее на матче пьешь по 15 бутылок. Такая вот жизнь. Ну, а что ты мне сейчас рассказывал? Что ты? Что ты боишься? Рассказывай то, что тебе до этого рассказывал. Ты что, серьезно, не пил ни разу? Не пил. Вот так вот легендами становятся финалистами у тебя. А что, тебя никто ни разу не пытался, не предлагал ничего? Не предлагал, пытался. Ну, ты со мной ни разу не жил просто в комнате. А? Ты со мной ни разу в комнате просто не жил. Хорошее влияние. Дурной компании. Че, как настроен на этот турнир? Отлично. Да? А тебе награждение вчера понравилось? Не было. Пушка. Как? Это ты просто пропустил? Да. Мы с матча вышли, всех наградили, а ты куда-то ходил. А ты пока около пальмы бегал, мне кубок выдали. Мне ничего не дали. Ну, процесс идет. Михаэлис. Билли. Иван. И Дринич. Астралопитек. Или как там? Ну, по-моему, астралопитек как-то так. Уверенно. Уф. Хайлайт. Ай, бля, зажало. Между ног не стал. Устали, парни. Я никого не подговаривал, чтобы в футбол играли во время матчей. Но у всех, по-моему, бачок потек уже просто. Мы видим с вами хайлайты. Вот это я пришел, Галя, отмена. Ой. Идеальная работа ног. А, не вышло. Что я снимаю? А что с людьми происходит? Вот этот чувак так-то в 300 стоит. Ну или что-то там 330. Да, крыша едет. Сложно играть в теннис?
Билли закончил матч, ну, минуты 2.5 назад. Вот здесь ему интереснее. Да ё-моё, ну закинь ты её. На! Билли, соберись. Камон. Вот сейчас. Хорош! Вот что хочу сказать. Вот я там изучаю информацию, смотрю в вашем в телеге, чего там пишете, переписываетесь, какие-то новости, еще ищу. Развиваюсь, добавляю. Ну и выиграл турнир, соответственно. А вот мои коллеги по цеху. Так как камеру-то перевернуть? Пришлось сделать все вручную, простите. Был напуган, поэтому чуть-чуть сматерился. Вот один. Уступил сегодня. А вон второй. Уступил. Блин, у него башка на солнце обгорит. Что сказать, нет? Да пускай греется. Когда он еще солнышко увидит. Let's go! Let's go! Let's go! No! What is this? He jumped, if penalty is 11 meters, he jumped 5 meters. Yeah. Bro, Lewandowski is doing dances, bro. What is this? Man, look how he jumped. Yeah, like too early, huh? No, oh my god, it's like, his foot falls like crazy, man. Bro, Lewandowski is doing dances, bro. What do you want? Of course he's gonna jump forward. No, he cannot leave the line. Bro, but he's stopping, you cannot stop, bro. Yeah, you can do whatever you want. You can leak the ball if you want. Yeah, Lewandowski can take it. А Лёва, простите, где играет? Лёва был провальный трансфер Барса, как и Гризман. Эксперт. Что? Почему? Потому что как это отражение на камеру. Это нормально, у тебя есть девушка? Нет. И что? Это хорошая история. Окей. Я встретил двух девчонок. Вот из отеля. Да. В тренажерке. Okay. Почему ты пошел в джим? Я просто пошел в тренажерку. Чувак, поэтому нужно ходить в тренажерку, чтобы встречать девчонок. Я пошел в тренажерку. Там белая дорожка, маты, немного гантелей. И? Потом я спросил девушек, потому что они делали упражнения. Для чего они это делают? Ты попросил у них, да, или они к тебе подошли? Я сказал, что из регби. Я сказал, что я из Греции, бла-бла-бла, продолжаю разговаривать, и через 5 минут уже завязался разговорчик. Получается, ты как рыбак. Ты закинул удочку и пытаешься поймать немножечко рыбы. И потом мы обменялись с инстаграмами, и они сказали, что мне помогло сходить на регби. Это идеальная история. И они хотят уже поиграть в теннис. И я их пригласил. Не, лучше их не приглашать сюда. Завтра не получится, может быть, в воскресенье. Okay. То, что они приезжают, понятно. Чувак, это крутая история. Крутая. Getting ready to make another couple of changes shortly. Ронаудо нет. Но если Криш не выйдет, блядь,
Да мы пойдем сдавать билеты, потому что это полная хуйня. Таридирим, таридирам, разбито сердце напополам. Таридирим, таридирам. Ну, я присматриваю здесь квартиру себе. Да, в этом доме. Да, и как-то сколько? Мне там что-то сказали, что 6 тысяч. Скажи, скажи в UTR-ах сколько это? Это, короче, 2 UTR-а. Ну, по богданским мерам это 2 UTR-чика. На неделю. На изи забрать и все. Че, погнали? Да. Еще разговаривал вот с этим бро в оранжевом. Вот не с ближним, а с дальним. Он говорит, что у него вместимость тут, по идее, 5 тысяч человек. Но он говорит, сегодня 100% больше. Пока сушняк по моментам, но верим в лучшее. Brozovic will need to be careful, because he has already had his name taken by the referee. Вот ему интереснее всех. He needs to score this. First potentially decisive moment in this penalty shootout. Marquinhos! That will be remembered forever. An epic. Lautaro Martinez. Сегодня у Богдана выходной, заслуженные 4800. 10 дней паузы. Ой, точнее 10 дней без паузы. Я буду давать принципиалочку Билли Харрису. 300, сколько, 90, да, ATP? 330 ATP. В общем, сегодня настраиваюсь на тяжелый матч. Вайн Дениса приедет попозже, он играет третьим запуском. Он гелик розовый. Ладно, это не важно, здесь геликов, как у нас в Москве, Жигули, поэтому... Ну что поделать, хорошая погода, последний матч на UTR, настраиваемся. А в чем и последний? Вперед, в группе, последний групповой последний, матч. Да, последний матч в группе, поэтому все. Следующая стадия это плей-офф, надеюсь со второго места выйти. Надо со второго кровь фитнесу выходить. Надо умереть, но не отдаться. Надо умереть, но не отдаться, да. Я, короче, прикинь, вчера что-то в Тиндер заходил. Короче, я что-то пару дней назад по системе Чеппера действовал. Один пропуск мужика и потом нон-стоп в правую сторону, зелененькую. И, короче, типа вчера вечером зашел глянуть, что там. Мне столько написали девчонок, типа, hello, ну, типа, как дела, привет, что там, туда-сюда. Я думаю, что за бред, никогда в жизни такого не было. Ну, типа, сам ты должен писать, ну, это очевидно. Yeah. С одной общаюсь. Пишу привет, через где-то полсекунды мне уже отвечают, ты откуда? Я отвечаю, типа, я из России, пишут с другого, типа, КММ, все, привет. Привет. Все это происходит просто в какие-то молниеносные промежуток времени. И, ну, в итоге я... Там есть копипейст, типа, ну, да, и там... листа? Там практически все одинаково, то есть они пишут, там, ну, привет, как дела, ты откуда? Где здесь живешь, в Дубае, и есть ли у тебя WhatsApp. Ну вот одно я дал, типа, свою телегу, пишу в телегу, и она спрашивает, типа, что ты делаешь? Я говорю, собираюсь спать. Она говорит, ты хочешь что-то перед столом? Я говорю, ну, было бы прикольно, типа, что можешь предложить? И она такая, я могу к тебе приехать. Я говорю, ну, я думаю, это же не бесплатно, наверное. Она такая, да, это 1200 местных, это приблизительно $300. И я такой, окей, а можешь сначала фоточку свою, пожалуйста, прислать, показать товар, как говорится. Она присылает фотку, и тут я просто контратаку делаю и говорю, ты не в моем вкусе, крошка. Я их проучил. Богдан проучил, первый раз такое сообщение видит. Блин, за просто. Всех одиноких парней в Тиндере. Чего не иду по отелю? Но это наше. Это наше, это наше будущее. Нас ждут, смотри. Просто
все как надо написано, все по красоте. Вот это, вот эти будут наши дамы. Вот здесь играем Атлантис. На заднем дворе Атлантиса, можно сказать. Ванька Денисов против Ютовского. Ванька где-то там за забором. Не вижу его. А на дальнем корте Голяк играет. С кем-то, с Цубберичем, что ли. Что-то такое. Вот, да, вот Ванька появился. На выдохе. Лаги. Лаги. А, ошибка. Ну ничего, будет следующий выдох. Можно не делать ошибок. Итак, прямой репортаж. Тест-драйв кроссовок. Дышит они так тяжело. Какие кроссы вам больше всего нравятся? Я думаю, вот модель Nike, которая сейчас у меня на ногах. На наблюдаю. Ну-ка, если посмотреть. Смотри. Ага. Достаточно неплохо. Видишь, очень хорошее покрытие. Вот довольно дышащее. Нет, я дышащие, понимаю. Неплохо. Носочек очень мягенько входит и выходит также приблизительно. Замечательно. А что вот хотите сказать об этой модели Nike? На самом деле, сколько слова излишни. Если честно. Сколько им лет от роду? А вот это им? Да. Ну, под моим подсчетом приблизительно сегодня 7,5 дней. Отлично. У них сегодня день рождения. А можно поближе? Также день смерти приблизительно. Можем посмотреть. Так, ага. Тут, как вы видите, подключен аппарат ЭВЛ. Вот здесь вот приблизительно был надрез, блядь, чтобы убрать ебаный аппендицит дважды. Потому что с первого раза не получилось. Я так понимаю, просто нога немножко... Тут сепсис такой нехуёвый причем начинается уже. Я так понимаю, это немножечко вы дополнительно сделали, нога дышала довольно плохо. Конечно, на самом деле вся проблема в том, что, понимаете, начинается уже стадия немножечко регенерации кроссовка. Он пытается все-таки бороться еще за жизнь, учитывая то, что у него уже началась гонорея. У меня больше вопросов идет к правому пиздоболу. Такое ощущение, что в правом все-таки я оставался вот в этом тапочке, когда играл на матчах, потому что этому-то, блядь, ублюдку хоть бы хны. А вы не пробовали ногами поменять? Ногами поменять? Ну, ноги местами. Ноги местами? Да. Мои? Да. Ну, так-то да, конечно, можно, но, думаю, этот бы тоже не оценил такой эффект, понимаешь? Понятно. Так, а что вы хотите сказать об этом модели ASICS, который пользовался? ASICS потрясающий, поиграл в них один раз, падал, ноги до сих пор воняют. Ах ты говно. Очень хорошие кроссовки. Но они справляются лучше, чем кроссовочки Ивана. Объективно. И им подольше, там 4 недели на грунте, и вот вторая неделя на харде подходит к концу. Также мы наблюдаем Air Max систему. И, в принципе, они просят кушать, когда в них наступаешь вот так, ну, вот. Да. Я хочу есть. Поэтому как-то так. Рекомендую. Ставьте лойсы, подписывайтесь на канал. 1000 подписчиков решит все наши проблемы. Если что, присылайте свои кроссовки, конечно, мы их оценим. Конечно, спасибо. Посмотрите. Спасибо. Прямой репортаж завершен. Пошел к концу UTR Дубаев Double Week, Game Week. Я на пересадке в Катаре. Вот, это Катар. Это тоже Катар. Вдохи. И вишенкой на торте было бы успеть доехать к сестре. Она у меня тут работает, я ее не видел год. Но, к сожалению, без Fan ID нельзя. Fan ID я начал оформлять за 4 дня. Оформиться не успел. Если бы был билет на матч, возможно, успели бы. Пришлось подключать сильные силы, очень сильные силы. Попросил Даню Медведева помочь с билетами. Но спустя 3 дня он сказал, что даже его менеджер бессилен. К сожалению. Так что, хорошая поездочка получилась. Я отдохнул, устал. И снова отдохнул, и снова устал. Йоу, ну вот я уже и в Тунисе. Долетел, все в порядке. Что сказать, если не хотите пропускать наши влоги, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Телегу, подписывайтесь на TikTok и на все остальное, что есть, тоже подписывайтесь. До новых встреч! Всем привет! Посмотрел ролик Бэгги с Дубаев. Это топ. Всем СТБ на привет и удачи!